Ряд резонансных преступлений раскрыт. Вот в Заволжском районе с признаками насильственной смерти обнаружена женщина, которая, в общем-то, пулевое ранение в голову, в ногу. Долго приходилось работать сотрудникам. Преступление раскрыто. Затем в поселке Кармановский в пруду были обнаружены части тела человека. Практически более 2 месяцев мы работали над раскрытием этого преступления. Довольно-таки резонансное преступление. Преступление было раскрыто. Определенная партия была сброшена 5000 рублевых купюр на территории области. Сразу 15 эпизодов. Благодаря вот активной работе сотрудников ИБ и ПК были эти преступления раскрыты. Участниками оказались жители Воронежской, Владимирской области, Таджикистана и Латвийской, тогда еще уроженцы Латвийской ССР.